И еще один красноголовик, смотрите. О, он это. У него ножка там. Какой красивый. Я ему немножко оторвала голову. Я сверху пакетиком, чтоб листья. О. Смотри, прямо здесь рос. На, тебе. Пять штук сегодня красных и зимних. Я люблю красные цветы. Твои любимые. Я считаю, это грибы. Вот мама идет с ведерком. 5-литровая. И там были еще 10-литровые. Не, вот 5 как раз нормально. Его брать-то так, НЗ, на всякий случай. Мы вот сегодня просто взяли на всякий случай. Думаем, уже грибы закончились. Ну и испытать ведерко. Я хочу туда ходить. Я тут режу чешуйчатки. Ну вот покажу, кто если не знает. Вот чистенькие, не червивые. В пакет их буду, потому что их много. Вот. И тоже на деревьях растут. Ну, можно сушить, бросить. Не будем мы с ними возиться. Вон их как тут много. О, хорошие, вообще не червивые. Сейчас нет червивых. Уже потому что все зима. В общем, чешуйчаточки такие. Так, напоролась на бабки. Ну, на подберезовики. Многих это коробит прям. Вот, он хороший, смотрите, такой один, второй. И под ногами у меня еще штук 5. Вот маме говорю, не уходи, я сейчас буду вот бабки резать. Так, вот, давай большое ведро достану. Вот еще бабочек. Давай-ка, потому что вот еще бабочек. О, какой хороший. Так, держи. Ты их проверяй сама. Еще тут где-то был один незаметный. И вот тут бабок. Вот такой. Ну, может не очень, конечно. Сейчас проверим. Вот такие папоротники растут. Вот еще. Хожу по лесу. Пока что ничего не попадается. Ну, просто ходим. Сейчас где-нибудь перекусим. Там опушка вон. А здесь, смотрите, сплошной ковер. Ковер из желтых листьев. Поэтому так светло. Так, смотрите, на ковре из этих желтых листьев. Ой, они летят, летят, летят. Смотрите, раз. Такой вот. Так, держи, раз. Ой, какой он хороший. Так, тихонько не дави. 2, потому что тут... Этот вообще... Да, какой классный. И 3. А может даже еще больше. Вот это красотень. 3 грибочка.
Так, ну что, грибы наши продолжаются. Тут мы без звука снимали просто. У нас это ведро полное красных, идеальных, вот таких вот. Красный. Там у нас в ведре только красные, а здесь зимние и обабки. Мы решили вот так сортировать сегодня. И давай не будем перекладывать ничего. А? Вот мы все ходим. Опять вот зимние, но это маленькие. Маленькие зимние. Вот и узнаем как, по черной ножке. Маленькие. Нет, я просто показать. Ну, вот этим концом пойдем, ладно? Там, видишь, в траве-то ничего нет. И вот мы ходим. Красные попадаются, просто идеальные. Мы хотим поесть, остановились, нашли дерево нормальное. И тут тоже зимние, смотрите, фламулинки. Сейчас мы их вырвем. Ну какие, на, я буду рвать, а ты обрезай ведро, бросай ко мне. На этом дереве сейчас покушаем. Чаю попьем. Взяли так по бутерброду, да? Уронила немножко. У тебя такие руки теплые. Вон, кстати, глянула, еще там фламулинки вон зимние. Знаешь что, потом там поедим, пойдем проверим. Там тоже раньше много фламулины было. Вот еще фламулины. О, тут целое дерево, оказывается. Увидела сначала вот эти. Офигеть, упала. Увидела вот эти сначала. А там еще вон под деревом растут. Вот там вот под деревом. Сейчас я тебе их. О, какие, смотри, хорошие. И еще вот эти. Ну, пошли зимние грибочки. Так, ну что, у нас привал. Вот наше ведро. О, какое красивое, посмотрите. Все одни красные. А там фламулина и обабки. Вот. Можешь прикрыть меня снова. Ага, чтобы не это. Ну, пока ладно. Ну, я потом. Так, что у нас сегодня из еды? Чай. Сегодня маленький термос взяли. Надо ставить его опять. Как они, перцы опять взяла банку маленькую. И бутерброды. Не ела, как сегодня. Вот такие простые бутерброды сегодня. Тебе на коленки положить? Да, у меня чисто после всего. Все. И я. Ложки. Ложка у меня просто лежит всегда в чемодане. В чемодане. Опа. А, ну куда-нибудь. Сядем, покушаем. О, ветер разыгрался. В небесах. Что-то я опять не домогаю. Вот такая хорошая. Кто-то нам написал, каша, каша. Их не надо варить, каша. Какая каша? Смотрите, каша. Хороший. А их если не доваришь, они потом прокиснут просто у вас. Вот и все. Да, сырые. Вот надо их 40 минут, ну 30, если вы любите сырое. Меньше нельзя варить, иначе они у вас прокиснут просто-напросто. И невкусно, не пропитаются вот этим всем сиропом, да ведь? О, что тут? Какой ветрище, а? Погода осенью. Как девушка. Вот наша закусочка опустела. Наша ведерко красивая. А смотри, оно почти с этим. Это значит 8 литров. А я знаешь, что позавчера вспомнила? Лежала ночью, не спала. Помнишь, ты мне в детстве пела песню? Я так только слова не все вспомнила. На далеком жарком юге. Среди чужой земли живет в маленькой лачуге. Китайчонок мальчик. Негритенок мальчик ли. Негритенок? Да. А, я думала, китайчонок мальчик ли. Там мама тяжести таскает на своих больных плечах. Мальчик ли приготовляет маме с папой рис да чай. А потом что-то там. Я не раз. Нет, там еще до этого. Это потому что мамы с папой постоянно дома нет. Он там спит в лачуге на хламе что-то там. Я ни разу не был в школе и не знаю, как прочесть. Но я знаю, это воля у людей на свете. Есть что-то такое? Людей на свете есть. А дальше все, да? Я не знаю. Я что-то вспомнила эту песню. Ну, раньше ведь, видишь, книги какие были. Стихи хорошие. Книги. Я любила. Все съели. Так вкусно. А мы на той неделе ездили на машине в Ильинский район с моим братом младшим. Столько негативных комментариев, я вчера удивилась сама. Чего только не написали.
Какой только ерунды. И что мы жадные, что мы ему грибов. Так неизвестно, откуда кто что выводы какие делает. Мы, наоборот, всегда их снабжаем грибами. Вот много доготавливаем и всегда им. Да. Вообще мы грибами всех снабжаем, можно сказать. И на работу я брала. И эти собрали, много. Мы все им отдали. Кроме волнушек, чтобы они не возились. Мы их засолили сами. Мы жареных целое ведро отдали. Жареных отдали. Корзину мы не будем покупать, я так говорю уже 150 раз, потому что нам с ней в транспорт не залезти. Мы ездим, руку-то протянуть. Поэтому большую корзину я не буду покупать, это, плетеную, никакую. Потому что сколько мы еще походим, неизвестно. Как говорится, что есть, то и хватит нам. Вертолет летит опять. Я в прошлый год вообще не могла ходить. Но прошлый год, вот когда ноги. Пандемия была, у мамы диабет, она здоровья у нее вообще нету. Прошлый год я одна как-нибудь схожу в лес, да? Да. Ты не могла вообще ходить. Потому что эту самоизоляцию-то просидели, да, дома. Да, а маме нельзя, ей ходить надо ноги, чтобы в ногах не застаивался сахар. До балкона ходила. И все. У нее ноги, потому что мы все дома же, даже в магазин не разрешали поначалу это все. Я и боялась. У нас патрулировали прямо милиция. Один раз ловили. Вышли вечером, так за нами. Да, буханка вечерами ездит. Ой, сирена, сколько. Еле-еле убежали. И в пандемию прошлое лето у мамы ноги были, и ни одна обувь не полезала. Красные, чесались, болели и в два раза распухшие. Ну, как у слона. Она в лес не могла ходить вообще. Ну, ходила, старалась. Ходила, ну так, это... Тяжело тебе было. Мы очень и не ездили ладом никуда. Нынче вот ты еще таблетки хорошие пропила. Пропила два курса. Да, вот от сахара в ногах. И мне выписала еще вот те-то таблетки. Вот. Поэтому на следующий год мама сможет, не сможет. Мне одной вот корзин хватит. Мне столько и грибов-то. Это нынче просто так вот получилось, что красноголовиков столько было. Подосиновиков. Вот раздражает людей. Сахар 10 не раздражает людей, вот что мы говорим. Кульбики, синявки, абабки. Но это вот огромный Пермский край так весь говорит. Ну, вот это то же самое, что предъявлять там Астафьеву или Распутину, или Бажову, что он писал не классическим языком. А он сейчас вот читаем мы эти произведения, и это прям душе приятно. Вот как у Бажова, например, там «Пойди ладом», там, «Варнак», там, вот такие словечки. Так вот в детстве-то у нас в деревне все бабки, все говорили «Варнак». Нет, я говорю, что и мы говорим таким куда языком, ты, варнак, лезешь? Какой у нас есть. Зачем мы будем специально придумывать что-то, да? Вот раздражает это людей, я не знаю, ты что. Ты ладом иди, давай ладом. В общем, исподки, как говорится, катанки, лопатина, вот все так звали. Нас никакие... Нет, я говорю, что если это наши такие местные слова, да? Да. Мы же не претендуем там ни на какие-то... Мы тихонько ходим, снимаем там, ну, кому-то понравилось, кому-то нет. А лет 10 назад, может, больше, 20, я встретила лет 20 старушку одну. Она уже старая. Вот поеду, говорит, на кладбище. И разговаривает, говорит, ой... Домой собираться. Исподки, говорит, забыла. Исподки. Может, в Лопатине там посмотреть надо. И я сразу говорю, а вы случайно вот не из этой местности? Она говорит, да. Соседняя деревня от нас. Вот. Исподки. Я говорю, а я вот откуда? С Кылосова. По словам, по своим, да? Она говорит, а я из Мартынова. Угу. А говор-то все одинаковый. А я ролик и сказали, что такой короткий, что брата не показала. Так я просто показала, вот ходим, ну, за грибами. Это была поездка. Ой, это был ролик не там, не про семью, не про что. Просто я и пожалела даже, что я его и выложила. Брат у меня очень хороший, у нее, мой сын. Просто образованный. У него высшее образование, да, он образованный, и все, университет в Москве закончил. Просто хороший ролик-то был не про это. Там, сыновей хорошо, ну, воспитывает. Сколько напредъявляли вообще. Сын закончил университет, сейчас в хорошей фирме работает, старший, маленький еще, ему что, в 7-м классе. Потом, ну ладно, посидели мы, отдохнули, ноги отдохнули что-то, глаза теперь маленько видеть стали, и пойдем дальше. Может, еще что-то найдем, может, не найдем. Просто приехали
Осень пришла, начнем уколы ставить, какие-нибудь витаминчики. От головы что-нибудь будем ставить. Мы всегда профилактические уколы ставим. Ну и что выпишут, тоже сами ставим друг дружке. Так, ну ладно, еще здесь пройдем, глянем эту поляну.